2004 году было объявлено о начале реконструкции дома Русова. С тех пор он горел, затем еще раз горел, в перерывах рассыпался, разваливался, трещал по швам. А потом случился последний пожар. В итоге складывается впечатление, что одесситам планомерно внушают мысль о том, что единственное спасение для дома Русова – это его полнейшее разрушение. Создатель театра японского танца «Буто» Дмитрий Доцков после того, как на его глазах в прошлом году рухнул масонский дом, понял – это и его трагедия. В начале октября он измазал себя золой и напротив дома Русова провел акцию. Дмитрий называет свой танец «криком души». И, похоже, он таки нашел своего адресата. У разрушающегося здания появилась будка муниципальной охраны. Проходил вот буквально вчера мимо дома Русова, стоит эта будка муниципальная, там сидят два охранника. Смотрят видео на телефоне. Я говорю: ребята, вы наблюдаете за домом? Да, наблюдаем. У вас есть видеонаблюдение? Да, есть. А где? Ну, есть. Я заглянул. Ничего у них нет. Они там просто сидят. Мы тоже решили проинспектировать работу муниципальной охраны, но они к такой проверке были не готовы. Дайте нам закончить свою работу, потом будем. А чем вы занимаетесь? Электрику подводим. К чему электрику? Мы в холодной будке сидим. Вы бы хотя бы вот это вот стало вам известно. Было заявлено о том, что вы охраняете здание от проникновения бомжей и прочего. Это правильно? Не знаю. Вы не знаете, охраняете ли вы дом от бомжей? Но, тем не менее, кое-какая польза от этих ребят есть. Мы пообщались с людьми, которые ежедневно наблюдают гибель памятника архитектуры. Говорят, муниципальная охрана на их обращение реагирует. Но слишком уж много лазеек в бывший доходный дом придумали бродяги. Конечно, он в плачевном состоянии находится. И то, что туда пытаются проникнуть люди и пытаются там находиться, это очень опасно. И в любую минуту, вот мне сказали муниципальная охрана, что, говорит, может и обвал случиться. И они могут спровоцировать пожар. Насколько мне известно, по разговорам специалистов, дом падает вообще-то на две трети. Две трети падает дома. Конечно же, это очень опасно. И для прохожих, и для просто людей, которые там находятся, работают, там же, в общем-то, и парковка. Охрана памятника архитектуры от незваных гостей – дело полезное. Именно из-за присутствия посторонних дом Русова горел более 10 раз. Но вот сможет ли муниципальная охрана предотвратить главную опасность – возможное обрушение дома или его фрагментов? Вопрос открытый. Каждый день, каждую минуту тут что-то происходит, тут падают кирпичи. Каждый божий день. Каждую минуту. Даже может сейчас что-то упасть. Надо забор чуть больше отодвинуть, потому что забор его вообще не защищает. Он очень близко стоит. Страшно, потому что просто когда прогуливаешься, понимаешь, что оно может просто в любой момент обвалиться. То он скорее рухнет, чем его реставрируют. В любой момент это может произойти, если не провести соответствующие работы, консервационные и реставрационные. Марат Якупов в свое время установил камеры наблюдения возле дома Русова, задолго до появления здесь муниципальной охраны. Во время кинофестиваля общественник организовал перформанс, демонстрировал фильмы на стенах достопримечательности. Гостья города, журналистка из Франции, под впечатлением от увиденного написала статью. Это и побудило местных чиновников сделать хоть что-то. На реставрацию кровли и фасадных стен выделили 61 миллион гривен. Сейчас, собственно говоря, в доме осталось остов, так сказать, фасады, фасадные стены. И, насколько мне известно, немецкие эксперты провели исследование и пришли к заключению, что оставшиеся конструкции находятся в удовлетворительном состоянии и их можно отреставрировать. А вот Дмитрий Доцков признается, резонанса из-за последних событий вокруг дома Русова не заметил. А ведь шедевр архитектуры был и остается одним из самых важных туристических объектов города, который мы не имеем права потерять. Конечно же, можно поставить красивое здание на месте, но это будет уже, понимаете, это будет нерукотворно. Это уже будет реплика, это уже будет поставлен на поток какие-то пенобетоны там или еще что-то, новые технологии. Но вот то, что сделалось руками, олепилось на дранку, этого уже не будет. Начнется ли долгожданная реставрация? Об этом, вероятно, знают лишь несколько чиновников и парочка бизнесменов, которые и грозились в свое время сохранить дом Русова. Комментировать состояние здания тоже некому. Ни один одесский архитектор говорить о нем с нами не захотел. Слишком уж щекотливым оказался этот вопрос. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер».